Что, сегодня праздник? Отмечаем? Да. Отмечаем. Готова? Ксюша ходит с Бонни, потом опять начнут говорить, что вот, это же собака Маргарита, почему Ксюша всегда с собакой? Возле батареи представь себе зимой, как будет греть. Запаришься. У вас фантазия зашкаливает прям. И чем вы тут занимаетесь? Разложились наклеечками. Привет всем. Приветик, девчонки здесь заняты. Собирают какие-то наклейки, животные. А куда вы их клеить будете? Книжку, нам надо книжку купить. Угу. 15 лет. И что у вас? За сколько их всего? Не знаю, 200. Не знаю. Наверное. И сколько у вас? У вас много повторных? У нас много повторок, чтобы меняться. Но больше Ерца. Больше Кика. А в школе тоже Кика собирают? Да. 15 нам нужно. Мама. Смотри, сколько много одинаковых. В общем, эти наклеечки выдают в магазинах. Эти наклеечки выдают в магазинах, да, когда ты идешь за продуктами что-то покупать, за каждые 10 франков тебе дают одну наклейку. И одну, а в одной пачке. А, одну пачку, да, в одной пачке 4 штуки. Угу. И Ксюша вот эти все наклеечки поменяла на что? На один слайм. Мальчик у нее одноклассник, она с ним поменялась. Она дала, да, она дала ему слайм, а он ей дал он сколько наклеек. Еще один слайм. Так, а он все собрал? Всю коллекцию собрал? Да. Да? Все собрал? Да, стань. Понятно. Тебе, значит, он повторки отдал все, да? Ну да. Которые у него были повторные. Ну, тебе много очень повторок, да. Ну, чтобы меняться, это хорошо. Ну, вот да. Тут даже есть не повторки. Да. Например, но вы сразу, сразу все повторки убираете и все. Смотри. И по одной вот эту. Нет, мы будем это. Вот по номерам записываешь, да, номера? Вот здесь у нас 4, 5, 6 и 12. Хорошо, вот а потом, когда ты заполнишь эту книжку или тетрадку, тебе потом что дадут? Микрос. Ничего. Не знаю, точно что-нибудь. Билеты в зоопарк, наверное. Билеты в зоопарк. Вон у вас тут зоопарк. На кровати у меня целый зоопарк. Этим мы не будем меняться. Если у тебя 6 от этих есть, помочишь одну пачку. Да? Одну пачку. Ага, окей. Нам еще одну нужна. Угу. А одну бесплатно получишь. Ну давай. У нас 1 миллион. У нас 1 миллион. Девчонки набрали 1 миллион в лайк. Представляете, сегодня, вчера мы только смотрели, было 997 тысяч. Да. Просыпаемся сегодня утром, открываем, а там 1 м. А, это вообще, представляете? Маргарита, ты спишь? Нет. Миллион, 1 миллион. Что, сегодня праздник? Отмечаем? Да. Отмечаем. А куда мы пойдем? Так, сегодня девчонки поедут опять в звукозаписывающую, как ее называют? Студию. Да, поедем в студию. Наш продюсер, можно так сказать, он будет писать музыку. Будет писать слова, текст для девчонок. И девочки будут петь свою песенку. Поэтому он сегодня хочет прослушать Ксюшу. Будет слушать Ксюшу, будет слушать еще раз Маргариту. Будет подбирать ноты, смотреть, как они вообще, что им подойдет, чтобы песенка была. Угу. Поэтому придется подождать. Видео чуть позже запишите с 1 миллионом подписчиков. Круто. Все, мы уже поехали. Как там Бонька? Нормально? Боня, как всегда, теперь везде с нами. Наш ребеночек маленький, малыш, с нами ездит. Не грызи ногти, Макс, не грызи ногти. Поехали мы в студию. Готова? Папа фотографирует. Все. Ну, у вас голоса очень похожи, Ксюша.
на самом деле. Ксюша там ла-ла-ла немножко сделала. И, в общем, он понял. Он понял, какая им мелодия нужна, какая подходит мелодия. Карлиночка, Бонни спит. Сейчас мы поедем покушаем. Боньку надо выгулять. Она сходила же уже. Нет. Да. Мам. Да. Она так ходила. Ну вот, она писала уже. Так ходила и писала. Да. В машине пока ехала, в туалет захотела. Что? Ну иди катайся. Сейчас домой уже пойдем. Давай, иди. Бонька на качельке. Только не отпусти, а то перевернется. Ну, пусть ты. Осторожно. Я пока, если... Мишка на качели. Садись, Каролин. Ну, так похоже на Мишку. Что с Мишкой делать? Смотри, я оделась так вот. Ксюша ходит с Бонни, потом опять начнут говорить, что вот, это же собака Маргарита, почему Ксюша всегда с собакой? Ксюш, почему ты всегда с собакой, а не Маргарита? Не, Маргарита тоже с собакой, ребят, вы не думайте, что Маргарита не ходит с собакой. Просто так получается, что Ксюша всегда в кадр чаще попадается с собакой, когда, чем Маргарита. Так, Маргарита, конечно же, с ней тоже. Все одинаково. И я с ней, и Каролина с ней. Каролина сегодня очень долго с Бонни гуляла. Да, сейчас идем. Поэтому у нас... Все одинаково нянькаются, нянчатся с ней. Все, идем домой. Пакетик бери. Вот, начинаются у нас споры, кто будет нести Бонни. Пошли. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы надумали? Это что такое? Не надо. Возле батареи представь себе зимой, как будет греть. Ну, круто. Запаришься. Ну, зимой холодно. Ну, сейчас они не горячие. Бонька, шмонька. Ты маленькая Бонька. Отдыхай давай, ты уже дома. Все, замучили мы тебя, затаскали. Гоняешь вместе с нами везде. Бончик мой шляткий такой. А? Теперь что-то, что ей не нравится, снимать ошейник. Или вот так вот, подушки. Вы что, совсем? Ребят, у них вообще уже это... У вас фантазия зашкаливает прям. А потом шкаф будет открывать. Не надо. Этот шкаф не подвинешь. Этот шкаф нужно разбирать весь, чтобы его двигать. Я шкаф не буду двигать. Я тоже не хочу шкаф. Не хочу я ничего передвигать. Папа будет передвигать. Сколько прошло? По-моему, месяцев... Мама, мама. Нет. Мама, три. Только недавно делали перестановку. Это... Смотри, мам. Это там, это там. Угу. Это мама тараки. О, мамка. Это что, ты собираешься на завтра? Кстати, у девочек каникулы через неделю уже. Осенние каникулы, 2 недели же будут. Круто. 2 недели. А что ты там читаешь? Сказочки? Про курочку Рябу? Или про кого? Приключения пчелки. Ты сказку эту уже знаешь, сколько раз уже читала? Смотри, что Маша. Что он сделал? Это ничего равно не надо. Не надо, у тебя уже тест был. Нет. Точно не надо, а то он порезал бумажку твою. Макси, дай карандаш. Ты книжку нашла свою, от которую Бонька погрызла книжку. Да? Недавно Бонни погрызла книжку Маргарита, которую учительница ей дала. Маргарите учительница дала одну книжку, а Бонька ее погрызла. То есть она мне не дала, я... Ты взяла. Но это ее книжка, ей же нужно вернуть. Да. И что ты скажешь?
Не знаю, я... Извините, моя собачка немножко это... Мама. Поигралась с вашей книжечкой, да? А. Можешь потом со мной это сделать? Хорошо. Но это вообще-то мне не нужно в школу. Угу. Так. Это мне это вот в карте. У тебя почерк интересный какой-то. Вроде пишешь ровно, но буквы как-то это... Я знаю, потому что... Влево-вправо, влево-вправо, да. Я не вот так вот пишу, а вот так вот. Угу. Как-то буковки не в одну сторону у тебя. Но все равно как красиво, ровненько. Ну, как сказать, на одной линии все. Почерк. У меня не такой почерк. Ну, красивее, чем у меня. Ну, я по-русски пишу, по-немецки я не пишу. Бонька где? Она под кроватью лежит. Она очень любит под кроватью лежать. Ей, наверное, жарко. Она спит везде, где прохладно. Ну, это надо эту подушку в холодильник. Ну, конечно. Да. Бонька спать будет. Все, вылазим. Пойдем спать тоже. Но мне эта сказка не нравится. Бончик. Бончик, привет. Вон она там лежит. Может, тебе лампочки включить? Подожди. О. Вау, Бонни, смотри. Бонни, какой тебе цвет нравится больше? Голубой, желтый или зеленый? Может быть, желтенький, прям рыженький, как ты, а? Бонни. Выключается. Что-то батарейка села, наверное, уже. Или синенький тебе. Ой, какая красота, Бонни, смотри. Она вон смотрит, бегают зайчики. Лампочки. Все, давайте спать. Ну вот эти от черепашки. Под кроватью у нее там дискотека. Дискотека. Что у тебя пластырь на голове делает? Что? Пластырь на голове. Маргарита, ты что? Давай тебе на нос, на нос, на нос. Зачем? Мама, вот это делать. Это черненькие точечки на носу, да, мама? Нету там ничего. Мам, пожалуйста, хватит. Правда. Ничего нету там у тебя. Все, давай. Макс, Каролина, пошлите. Я свет выключаю. Ой. Пойдем. Макс, пойдем пижамку надевать. Все, она спит, смотри, спит. Все, все, легла. Все, все, уже Бонни спать будет. Макс, пойдем. Ей там прохладненько, хорошо, она там всегда спит. Давай, пойдем. Буду. Буду. Комната зеленого цвета. Ладно, все, пока. Завтра в школу. Давай спать.